Үкіметтің кеңейтілген отырысында елбасының автомобиль жолдарының сапасын арттыруға қатысты берген тапсырмасын орындау мақсатында министрлікпен келесі кешенді іс-шаралар қабылданды. На сегодняшний день на автодорогах республиканского значения имеется 3500 километров перегруженных участков, о чем как раз говорил министр внутренних дел. Мы обсуждали эти вопросы на совещании, которое проходило именно по вопросам безопасности движения. Для того, чтобы исправить ситуацию в целях повышения безопасности до 2020 года, а также в рамках проекта программы транспортной инфраструктуры, которая разработана по поручению главы государства, планируется перевести практически все перегруженные участки автодорог под первую техническую категорию с разделительной полосой. А почему именно я говорю о первой разделительной полосе? Потому что пример Астана-Щучинск показал, количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось в разы, а тяжесть от такого рода дорожно-транспортных происшествий уменьшилась в 17 раз. В целом протяженность таких дорог по Казахстану составит порядка 4,5 тысяч километров, и сегодня Министерство транспорта и коммуникаций проводится соответствующая работа по строительству как раз вот этих вот автодорог, включая и Западную Европу и Западный Китай по участкам Харгос, Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, 1391 километр, как раз-таки будет там дорога первой категории. Началось строительство на участках Астана-Темиртау, Астана-Павлодар, Алматы-Капшигай, а в следующем году начнется активное строительство на дороге Актау-Жанаузень, а также других участков, которые сегодня требуют именно работы по переводу в первую категорию. Во вторую категорию планируется перевести порядка 7200 километров автодорог республиканского значения к 2020 году. Их протяженность составит 11200 километров. Все эти участки первой и второй категории будут постоянно поддерживаться в хорошем состоянии, с тем, чтобы максимально быть удобными для населения. И, понятно, уменьшать те вопросы, которые касаются именно дорожно-транспортных происшествий. В целом, к 2020 году 89% автодорог республиканского значения будут в хорошем и удовлетворительном состоянии. При переводе на более высокую категорию предусмотрен ряд мер по обеспечению безопасности на дорогах и снижению дорожно-транспортных происшествий, строительство магистральных дорог в обход крупных населенных пунктов, строительство скотопрогонов и сквозных проездов, обеспечение безопасного съезда транспорта с дорожного полотна путем уменьшение крутизны откосов насыпи почти в 3 раза, устройство специальных площадок для кратковременной стоянки и отдыха водителей, строительство объектов сервиса с пунктами обогрева на случай закрытия дорог в зимний период и отдыха пользователей дорог. Особое внимание будет уделяться безопасности пешеходов. На новых проектах в населенных пунктах предусматриваются подземные пешеходные переходы, а также оборудуются соответствующие светофоры. Например, на проекте «Западная Европа, Западный Китай» предусмотрено таких 84 пешехода. Пешеходные переходы на одном уровне совместно с дорожной полицией обустраиваются специальной разметкой, устанавливаются необходимые дорожные знаки. Для обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно на автодороге наносится 13 тысяч километров дорожной разметки, и мы предполагаем увеличить данное количество до 20 тысяч километров. В оперативном порядке на аварийно-опасных узких местах дорожными организациями и полицией осуществляются совместные мероприятия по временному вводу ограничений скоростного режима на отдельных участках. С установкой соответствующих знаков устраивается поперечно-шумовая разметка, так называемые будильники, и краевые шумовые полосы, которые будем практиковать на аварийно-опасных участках. Внедряется система экстренного вызова при авариях и катастрофах. Ужесточается требование к перевозке опасных грузов, вводится электронная диспетчеризация пассажирских перевозок, которая позволит не допускать нарушения скоростного режима автобусами, обеспечить соблюдение маршрута перевозок. Вводится норма по обязательному обновлению автобусов на регулярных маршрутах, что позволит снизить их износ. В целом, вышеперечисленные меры позволят уменьшить факты о нарушении правил дорожного движения и сократить количество ДТП на дорогах республиканского значения до 30%. И я хотел бы сказать то, что аналогичную работу
а просто уверен, необходимо проводить и на местном уровне. И тот селектор, который вы, Сергей Климович, назначили на пятницу, как раз-таки предполагается с нашей стороны вынести вопросы о том, что необходимо местным исполнительным органам уделять большое внимание строительству автодорог на местном уровне, а также в городах, с тем, чтобы исправить ту ситуацию, которая сегодня имеется. Спасибо за внимание.